я ничего. А Мишка какой, да? Ой, какой. Мишка. А Деды Морозы какие классные, то есть эти Николайзы. Вот так вот, господа, для Рождества инсталляция в строительном магазине Хорнбах. Вот, значит, щелкунчик за 18. А вот этот, кстати, щелкунчик, он стоит 89. 99, 90 евро. Вот этот? 89. Да, насколько я? 89, 99 центов. А, ну да, ты же 99, да. Шапочка. Ну хоть что-то напоминает о приближающемся празднике Рождества. Хоть что-то. Вот эта бригада тоже интересная. Вот эти, кстати, снеговички по 30, по 40 евро, можно сказать. Вообще это, эти цены, значит, 39,99, как-то, знаешь, несерьезно, да? 40 евро. Вот как раньше в Советском Союзе, написано там 5 рублей, там 5,50. Как-то не было вот этого вот 99,99. Вообще это как-то все так неромантично. А, Мишка, видишь, 299. Да, большой Мишка. Вот такой. Так, я хочу купить себе вот эту девочку. А, это девочка, да? Да. Еще себе. А рядом Дед Мороз. А у нее как-то лица что-то нет. Ну, это такие креативные. Да? Да. О. И у него глаз не видно, шапка ну, натянута. Ну, тогда и надо брать в пару. Ну да, надо пару. Что же она будет скучать? Да. И оленя в придачу. И олень. И олень. Этого маленького. Классный олень. Да, господа, вот такой вот строительный магазин Хорнбах, который вот так вот просто-напросто. А вот Вайнахт с Крайнце, видишь? Не Крайнце, а этим Штраус. То есть это растение, которое на Вайнахте становится красным. Ну да. Или белым. И так дешево. Да, отлично. 2,29. Да, горшочки по 5,45, нормал. Вот тут тоже, видишь, Мишутка. Мне больше нравятся олени. И олени. Тут олени, в принципе, такие, 15 евро. Дальше щелкунчики. Ага. Да, молодцы, хоть что-то выставили. Но щелкунчики как-то всегда, вы знаете, это какая-то романтика. Эти щелкунчики. Вот они сделаны в полном соответствии с традиционным изготовлением этих щелкунчиков. Все как положено, деревянная шапочка. Вот, все это дело. Сколько они стоят, ну тоже рублей, наверное, 20 стоит. Кстати, я думаю, это все, конечно же, не в Германии делается, это понятно. А, красавцы. Вот красавцы. Елочка 600 евро. Вот такая вот.
Вот классный. Так, игрушки, наборы по 25, елочные. О, классный щелкунчик, тоже такой высокий, стоит он тоже 90 евро. Ну, в принципе, такой же, как там в начале. Да, эти стоят по 18. Смотри, вот в принципе в этом году хоть щелкунчиков я могу как-то. А то как-то что-то я их раньше не особо видел. А щелкунчик — это все-таки очень приятное дело. Просто ассоциации с Чайковским, с прекрасным произведением Петра Ильича. Поэтому как-то всегда хочется щелкунчиков увидеть. И вот мы увидели. Такой большой, классный. Классный, классный. И вот. Ну да, в принципе, такой же, как и там. Вот вам, господа, видите, строительный магазин, ну... Тем не менее, кстати, олень высок, 25 евро, симпатичен, хорош с собой. Молодцы. Вот красивые вещи. Такие вот тарелки. Тарелки интересные. Красиво. Олени. Симпатично, красиво. Вот уже. Это уличные, шикарные. Кажется, очень симпатично смотрится. Вот эти мне нравятся. Вот такая меблишка.
299 шкафчик. Тумбочка 129 и 200 евро вот этот вот секретарчик. Да, прикольно. 对, 他啊, 对, 不是吧, 对。А это Виллерой уже. Все смешалось. Тарелок масса. Будь здоров. Еще раз. Такой стульчик детский, кстати. Интересный. Видно, старенький тоже. Тяжелый подсвечник. Ух, и тяжелый. Тоже подсвечник старый очень, всего 12 евро, очень старый. Швейные принадлежности здесь предполагаются.
Да, удобные такие для оливье. Супер. Слоновая кость. Прелесть. Тыринки. Муранские языки. Вот вам муранские, Китай. Вот так вот. Такая картинка. Какая тарелка рождественская, красивая. Это может быть фирма, кстати. Да, это Велероль. Это очень глубокая фирма. Обалденно нарисовано, красиво. Смотрите, как. Просто песня. Все достоверно, все красиво. Yeah.
красиво. Она тоже старенькая. Такой симпатичный. Okay, well, shall we decide one? Yeah, we should.